Ребят, привет, привет, приветики! И сегодня я хочу потрейдить вот такую забавную птичку. Называется он Робин. Робин у нас из новогодних, ребят, яичек вылупляется, да-да. Сейчас его уже, Робина этого нету в игре. Он у нас олдовский питомец. Вот такой маленький, забавный. Вот, смотрите, как он классно летает, крылышками машет. Вообще он суперский, мне нравится. Хотя он у нас он камоновский, или он камоновский, конечно. Вот, но он все равно классный, ребят. Вот так вот он, смотрите, вот летает. Поближе сделаю. Очень-очень классный питомец. Все, и давайте его сегодня будем трейдить. Давайте возьмем на ручки. Смотрите, как он у нас на ручках классненько сидит, да? Такой маленький, такой крошечный птенчик. Ну все, ребят, пойдемте скорее его попробуем потрейдить. Что он нам будет предлагать за вот этого чудесного Робина. Так. Продаю хвост, бани, пиши, я, девочка пишет. Ой, не могу. Так, ладно, давайте здесь встанем и будем уже писать, что мы его трейдим. Нашего Робина. Вот. Ну, конечно, он у нас не легендарочка, ребят. Ну, ладно, да. Все равно, я думаю, кто-то собирает такие вот олдовских петов. Может быть, у кого-то нету, и кто-то мечтает о Робине. Робин, Робин, трейд, трейд, ребят. Давайте будем смотреть. Ну, что же нам за него могут предложить? Так, пока что ничто за него нам не предлагает, но все равно думаю, что кому-нибудь он нужен. Так, тут тачка какая-то розовая. Так, еще дочь, пиши я. Наверное, здесь не трейдится, да, ребят? Что-то какой-то это, сервер здесь не трейдится. Ну, блин-то, я думала, что здесь будут у меня трейдики хоть какие-нибудь. Ну, ладно, наверное, нам придется все-таки идти на другой сервер, да, искать нам надо, чтобы, ну... Люди трейдились, а здесь не трейдятся. Наверное, просто играют. Вот еще дочь там. Вот. Да, вот тут семья. И здесь, да, не трейдятся, ребят. Ну, блин, жалко, неохота сервера так менять. Ну, придется. Так, ну ладно, вот у меня трейдик первый. Давайте все-таки посмотрим, что нам могут предложить за нашего Робина. Алин. Так, нам дают бычка. Рарный бычок. Так, ну бычки у нас недавно, да, ребят, были? Нет. На бычка я не хочу меняться. Эй, машина, куда ты меня увезла? Так, нет, на бычка не хочу меняться. Вот честно, бычков у меня много. Мы их тогда набрали, как я уже говорила. И боксиков тоже я набрала. Так. И, в общем, и все, наверное, да? Здесь один трейдик у нас. С бычком, ребят. Ребята, пишите в комментариях, есть ли у вас Робин и на кого вы его меняли. Обязательно пишите в комментариях. Ребят, может быть, кто-то вот будет читать комментарии и увидит, на кого его действительно можно поменять, если вы его меняли. Может быть, на что-то классное. Так, денежки забираем. Так что, ребята, обязательно пишите в комментариях у меня, на кого вы меняли Робина. Ну и мне тоже будет интересно. Ребята, смотрите, что мне дают за Робина. Офигеть, райт-белку, представляете? Ничего себе, что действительно даст райт-белку? Нет, наверное, сейчас уберет. Да, вот видите, оставляет одного этого дога. Ну, вот так вот, а я думала, сейчас райт-белку получу, представляете? Ладно, это отказ, конечно же, нет. На это я меняться не буду. Ребята, пока лисята танцует для вас, подпишись на мой канал, не ленись. 1, 2, 3, здорово! Теперь ты мой лисенок. Я вас всех люблю!